Зарс. Да. Ну все. Слышу, слышу. Да не слышу, а ссылку я тебе скинул. Так, давайте понежнее как-то, поаккуратнее. Когда же прошли без турели этого места, я что-то не понимаю, что вообще не так-то. Ну, блин, ну, пару лишних ударов, один умирает, потом другой умирает. Женя без дамага, у него был этот стан в тот раз. Они быстрее как бы поэтому двигаются. Здесь вся фишка в том, что они убивают раз три, там четыре, тебя шлёпают и все. Там у тебя костюм сначала ломается, защитный. Женя взял две турели. Зачем нам три турели-то? Ты механик? Я их буду мега быстро ставить. То есть мы сейчас без хил. Правильно я понимаю? А я хочу с двумя турелями. Ну я взял одну аптечку, ладно. Короче, тогда получается что? Мы чисто дефим Женю, а Женя ставит везде турели, короче. Я буду ставить одну. Так у них тоже аптечка тогда. Ну да, наверное. Только у меня ее нет. Так это нету. Да вот. А, и не тот тыкал. Медик. Кто нашел. Зато я две пушки себе взял. Да. Да. То есть водой заканчивается, раз переключился и все нормально. Все две пушки. Полностью выхиливает или? Ну нет. Ну нормально. Много, но не половина, наверное. Ну чтобы я знал, когда не знать. Блин, так. На единичку. Да. Я говорю, когда? Блин, я не знаю, что. Но я возьму патрон на всякий пожарный чуть-чуть. Давай, это мне две пушки потом понадобится. Кстати, shift, если зажимаешь, ты начинаешь ходить, и мне так удобнее попадать. А ты техник, кстати говоря, он же еще двери взламывает и всякая хуйня. Просто здесь нету этой темы, там мини-игры такие, знаешь, надо включить, отгадывать. Ты хуячишь, короче. Взламываешь, а мы вот принте дефинка. Прикольно. Пошли, пошли, стрельни. А, и пусть механики быстрее тоже не сломали. Че так принцип лагает? Че? Принцип лагает. Не знаю, ничего не лагало, может быть сейчас что-то поменялось. А, может это у меня просто игра какая-то. Че? Может то, что мне игра какая-то. Да, по-любому. Блять, там убили его почти, а аптечек нету, да? По одной есть, да. Что ты со своей турелью меня прям бесишь, вот, когда ты так бегаешь, блядь. Давай, Тач, давай ты за все время спину просто держи, а все остальные... Давай, да. Сейчас к вам подключусь уже через минут 10. Кто его там, Тач-то убивает? Посмотрим, что это такое. Тач убивает и бегает со своей турелью, ну что за ебанизм? Жень, ты вообще бесполезный, бегаешь со своей... Вот тачи убивают, блядь. Со своей турели, блядь. Где ты там? Я монтирую турель. Ты монтируешь турель? Классный ты парень, блядь. Две турели, которые в первую смотрят. Да вообще классный чувак, вообще просто. Нет, бери пушку и бери этот козырь. Не, если до этого мы добежим, то мы пройдем до моста. Да. Окей. Да ты можешь взять ее и пройти, только замолет. Чё хоть она стреляет как в спину. Дай мне взять пушку. Я сейчас расстреляю всех. А, ты можешь взять пушку и тачишь, точно. Конечно, я могу взять. Нет, да. Взял? А вот он. Сейчас штурм винтовку я возьму. А ты еще можешь себе юзнуть патронов и взять. Так, мы вот эту турель забираем, да? Все, погоди. У меня два ящика. У тебя сколько патронов? Нормально? Да. Сейчас, подожди. Ставь здесь турель. Да. Давай ту истратим, короче. Бля, ладно. Стреляй. Все.
Давай ту истратим, турель. Давай, собственно. Хотя ладно, это дрожь сейчас начинается. Пошли, вперед. Давай по-быстрому прям. Спину прям дефишь мне и все, я проходим. Ноги, блядь. Ой. Пойду я пока перекурю. Давай. А. Сколько патронов ты руля осталось у нас? 508 или я? Одна обойма. Сколько? Одна обойма и 98 еще. Я говорю в турели. Пойдем, пойдем, не тратим время. Вот здесь ставь, не ставь, ставь, наверное. Брельки половина, наверное. Уже бэнки, да? Тачи убили. Так, все, я ее разбираю. Разбираю, 235. Да. Сколько? 235. Пойдем, пойдем, не тратим пойдем. Патроны. Нахер, у нас потом опять на этом. Заходи, заходи, дверь, пизды. Налагать стало. Давай, дэф у тебя. Значит, вот это я себе забираю, а ты от себя забираешь. Все, давай. Заряжайся. Я все как бы. Сейчас заряжайся. Беру ящик. Ящик не могу взять. А чё я в тюк не могу поднять? Чё за херня? А у тебя, я твоя не испортил. Я сейчас патроны потрачу. Всё, пошли. Нет, погоди, надо её. Самое интересное, где ты забрался? Давай, давай. Ставь турель. Давай-ка в рапиде её не будем ставить. Да, давай, короче, поставишь, когда закончится медленный режим. Да, у меня еще вот такое есть. Такое, нахуя ты это делал? Я тоже мог посмотреть, что это. Граната подствольная? Да. Опа! Замедление. Вон они, ползучи. Вон вари ползут, суки. Ну что, отстреливаю я тогда это как его? Те, кто поднимается там по шахте, вы что? Да. Справишься? Ставь, ставь, пора. Погоди, я ставлю, ставлю. Меня уже пожрали они. Да, два в спину. Почти подставилась сзади. Ну, все, я отстреливаю этих. Только прикрывай меня. Все, пошла быстро. Да. Контролирую я, да. Количество патронов в турели. 140. 120. У меня сотка сейчас будет перезаряжаться. Бля, они, я не могу, не справляюсь уже с потоком. Ну как, сейчас? Я перезаряжаюсь. Давай. Все, последняя обойма. Давай, ты его подожди, пока не тратишь. Да. Я стреляю по чувакам, которые ползут сверху. На 6. Сзади. Юзу спринт. Все, турель закончилась. Да, у меня две гранаты. Если что, к турели беги. Да. Сколько? Последние 100 патрон. Тихо. Тихо. Да, подойди. 50 патрон осталось. Блять. Экономь. 30 патрон. Тихо. Тихо. На папашечку. Блин. Я не должен умереть от варичи. В общем, должны открыты, и мы должны расшануть. Давай. Раз. Нет, меня не пали! Прыгни сразу сейчас, блин! Я не в ту сторону. Пошли, да! Давай, давай! Нее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 ee.
На тыске, блядь! Бля, прошли. Замораживающие гранаты мне дали. Лох. Пройдите две кооперативные миссии по сети, получите шляпу паразита Team Fortress 2, блядь. Тач тут? Ты не видел этот момент, вообще пиздец. Мы, короче, прошли. Мы спустились. Да? У нас патрон уже нету, ничего нету, короче. Мы спускаемся в лифт, нам открывают шахту, по которой бежать. Там вылазит куча этих хуйней, короче. Меня сразу сжирает Женя на тычке, блядь, как спринтер, блядь, туда прям просто заживают с прыжка, тут просто за ним, блядь, закрывается, вот смотри, там по этим видно. По карте даже. Видно, как это все дымит. Ага. Война вообще такая. Все, следующее. Так, на карте. А почему я не могу переключить дальше? Можешь. А? Можешь. А вот. Все нормально. Надо было нажать на да. Крышо. У меня 66%. Окей. Ну там тебе, наверное, с Касманом надо уже пересекаться, потому что мы уже в третий левел, а тут уже не так просто будет сориентироваться. Третий и двадцатый же ориентируются вместе. Доберитесь до трубопровода, уничтожьте трубопровод, доберитесь до входа в реактор колонии. Короче, нам надо взорвать трубопровод какой-то. Опять ты свои две турели, блядь? Жесть. Значит, я только загрузился. Давай, завязывай. Одна должна быть пушка. Да. Пистолеты? Я буду... У меня он дроп. Вообще жесть дамажит. Да. Там, короче, хил пушку или хил лавешку. А как использовать вторичную атаку? У меня 5 гранат, точнее они все. F. Шумовых, это тупо типа оглушать это все. Ну это нормально. В толпу прям шпилишь. Ну что, запускаю? Давай. Опа! Ну тут мы нихуя не знаем. А я знаю. А по-моему, будет босс. Вот здесь вот босс, по-моему. Да, меня уснули. Нет, на радаре, кстати, точки мне показывают, значит, на лето у меня красные. Что показывает? На радаре красные точки показывают. Вот, если на радар смотреть справа, то показывает, короче, как они бегут. Меня сжимают! Все, давайте двигаемся. Долго стоим. Надо как-то выдвигаться. Все, расстреливаем как-то. Ё-моё, они это видят. Тащи, тащи. Да у меня это... А у Ешки? Ой, давайте, пусть он... Все, держите спину мне, я... Вот дверь можете выбрать? Есть? Чего? Вот тащи, говорю, есть это, чтобы сварить дверь? Тащи, открой дверь? Да нету. Ладно, по вход идем. А, дверь заварена, если бы у тебя была хуйня, мы бы разварили ее. Да. Ага, ну, буду знать. Спину, спину, спину.
Женя, я без патронов! Да я сам без всего. Меня сломали. Ебать. Ну, у нас строй просто. Бля, я летел. Прикиньте, насколько у нас строй лопнул, просто строй. Забрали давно, как раз там, то есть, если я держал перед и зад, короче, сразу нас со всех сторон и пизда сняли, блядь. Мгновение просто. Нет, там турель нужна будет. Под огнем. Вообще надо дверь выводить эту чертову и там пойти туда посмотреть, да. Что там. Короче, я все время тогда стреляю в тех, кто спереди. Я сзади там, ну сзади обычно никого и нет, но я смотрю, вы там уже бегаете, вас там жмут, а мне вас стрелять не вариант, мне дроп еще. Раз не попаду и все. Тогда по бокам, короче, и спину. Ну там, ну радар надо смотреть, если бегут, как бы. Если не бегут, то раз можешь подключаться, потом смотришь, опять бегут, короче, справа радара. Я, наверное, возьму с осколочными еще. А, я. Ты смотри, ты так хочешь эти пистолетики взять каждый раз. Они сами автоматически. Я бы лесотрон. Че это за лесотрон? Че он делает? Рилган, наверное. У меня есть тоже. Урон 75, это ваншот. У дроба 150, по-моему, вообще урон. Блин, у меня пулемет. Все? Все. Жень. Жень, нет? А, я не нажал, извиняюсь. Situation isn't pretty. This next sector is completely overrun. There's a pipeline that the swarm's using as a superhighway to spread through the colony. You go ahead and find that pipeline and I'll figure out a way to destroy it. Yeah. We need to stop these bugs from getting out. Зарядная гарнишка. Чего у тебя? Лесотрон? У рилган однозарядный такой. Ништяк. Над 8 закрываешь. Бля, Джей, сейчас видит, как туда шел. Хотя спала. Так, я ешку. Филипс. Только надо двигаться. Иначе мы просто все расстреляем. Давайте, вываривайте. Дверь вываривайте. Заваривай обратно. Или нельзя? О, нормально, за спину нужно мне, да? Нельзя, турель есть у кого? Женя, ауе! Так, кинул уже. Скрут, скрут. Ебать. Сука, кто-то плюется, вон жук плюется. Ну, вот эта вешка, она хороша, конечно. Всех патронов скидывал. У них 4 штуки, там. А что, надо кому? Да, я возьму. Пойдем. Тут плевоны повсюду. Плевунов сразу снимайте, нахер. Вываривайте дверь. А, не, заваривайте дверь быстрее. Давай, заваривай. Здесь что нам нужна была бы турелька, потому что там он должен, по-моему, взламывать часа 5. Да. И вот эту еще надо заварить, дальше. Да, давай завари.
Вон они, смотри, жуки стреляют в дверь, сломать им хотят. Вот, смотри, жук. Сука. Ааа, говно. Он хотел здесь обойти, смотри, а ты тут заварил тоже. О, блядь! Въебал ты чуть стену, читер. Это очки, кайф. Давай, ты должен взломать, короче, на тебя дофиг. Бля, они сломают сейчас, бля. Я вообще не смотрю, я как-то... Давай, они ебашут, блядь, со всех сторон, Женя, уе! Да. Тачка так убежал. Тачка, тебе надо взломать эту хуйню. Иначе на пизда тут. Давай, взломай хуйню, копил. Да. Я без патрон! Тач, ломай, тач! Тач, куда ты? Да что ломать? Компьютеру, приходи к этому зеленому, ебашь, да! На технику ты можешь! Давай, дебил ему! Нет! Я без понятия! Че это? Я разобрался, как ломать все. Да, мы тебя типа дефим, короче. Сука! Бля, игра огонь, конечно. Короче, если тебя убили, мы бы проиграли все равно, мы дальше не смогли. Я знаю. Только техник может, короче. Что там было-то хрень? Я сам за техникой. Да блин, там короче какие-то хрень, типа, знаешь, лабиринт какой-то построить до конечной цели. Оказывается, просто мышкой кликаешь, и она сама выстраивается. Ну что, сейчас разберемся? Еще по-любому. Турельку надо взять, только там поставить перед ним прям. Жень, тебе надо турель, походу. Давайте я тогда возьму инженера. Ну или ты три инженера, блин, ну Тач Хилка же не играл. Да, это будет лоб. Да Хилки там просто, он сможет взять этого вот АУЕшный ящик и носить. Не, давай я за технику, я за него хоть чуть-чуть, я знаю что. Вообще нам нужен четвертый этот стрелковый бомб. Зарсик? Да? Он такой вайн поднимет. Зарсика мы медика сделаем. Не, медиком не получится. Получится. Медиком не получится. Получится. Медиком не получится. С Изикасом он поиграет, наверное. Мне надо дамажить. Надо. Надо. А, товарищ, возьми одну турель. Сам поставишь и... А, ты уже готов? Ну, можешь поменять первую. Да. Просто сам поставишь, короче, и начнешь хуячить. Нам, в принципе, там нигде не нужно вроде было. Сейчас давайте прям по-быстренькому на этих местах не зацикливаться, там не отстреливаться, а прям проходим движение. С большей экономией все дела. А, Тараш, тебе еще на 17-м левеле, да, тут новый миникан. Ты вообще... Жми готов, Жень. О, нормально, замедление, то, что надо. Прям вот... Так, не с крючках такие. Стены прикрываем не очень сильно. Вот здесь надо повоевать чуть-чуть. Погоди, убежал. Сейчас бочку кину, я взорву. Нет, сейчас не залетели. Где читачи? Ади, он бегает. Пойдет рать меди. Ты говори, когда ты ставишь свои эти штучки, может там со спины, там я перезаряжаюсь. Давай, говори. Тач, что ведь. Это такое? Ай, стоп. Оп. Вот он накидал-то один, прибежал всем по щам. Пойдем давай по атаке. Здесь, наверное, нужна будет, не надо. Не надо, я не буду. Ладно, стреляй.
Шух! Я за жуком! Давай! Идем, 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 тихонечко! Ты сам полечись, Жень! Да я... Так, полечи. Ну все, пойдем. Давай. Давай. Ну надо заварить, а то там жуки еще умные какие-то крупки. Так, куда тут турели вот поставить? Слушай, а вот здесь так? Нельзя заварить, здесь нельзя заварить. Нет, там, пойдем. Ставь турели, потом уже... Он в окно, смотри, стреляет. Я знаю. Убей его, слушай. Так я взламываю. Нет, нет, стой, турель, ставь турель, 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 тайч. А то сейчас полезу. Так куда ставить? Куда, да, да. Я уже... Давай, я здесь. 29 патронов. Смотреть, дробить, по-моему, типа. Сломали дверь, она вообще типучка, я не буду давать! Че, все, прошли? Нет, ты там еще второй. Не бой, у меня патрона нету, чувак! Ты заряжайся. Я ящик, блядь, не заряжаться. Я дверь стрелял, блядь, там вчера надо сдавать. Дай сдавай, взламывай! Да ебать, что делаете? Взламывай! Побежали, сломал. Все уже сломал. Тогда уходим нахуй. Куда только, блядь? Вы двери все заварили. Слушай, вы двери все заварили, блядь. Давай туда, давай. Иди развари хотя бы. Развари хотя бы одну. Давай сюда, Давай сюда. Патроны. А что патроны не от печки хватает? Блять, у нас медика что-нибудь должно быть по-любому. Давай вот труп посмотри. Давай. Бля, вот так. Пушку теста могу взять. Она только замедляет. Бля, ты взломал. Ты взломал, а мне не знает. Че, пошли? Ой. Ну что, Вань? Погоди, сейчас я посмотрю по карте. А, ну прямой коридор надо пойти, наверное, направо. А, потом... Ребят, нам надо вырубиться вам. В Left 4 Dead. Нет. Ее время уже прошло, сейчас. Давай, быстренько направо, прям не зацикливайся. Давай, давай, куда? Ой! Ирашник. Самый что, панель какая-то? Да я вот смотрю. А, без техники нельзя. Не, ну тот момент там пиздец, конечно. Там, когда они двери ломают, которые ты заварил, это пизда, блядь. И там просто начинается поток. Говорим. Уже какой-то усилитель урона появился. Че? Усилитель урона? А, ну да. Ну я не знаю, по-моему, не очень понял. Ну ладно, пока так же. Давай, да. Подождите меня, у меня 96% уже. Кацману потолки там, разберитесь пока в два нубачка там, он же скачал. Побегайте на первых уровнях. А потом возьмем, ну хотя бы разберешься, сейчас паника, хочется пройти, сколько на левел сейчас будем проходить. Ты там разбираться, ты стреляешь, бегаешь и все. Угу. У нас мы играем не на средней даже сложности. Высокой. Так, готов. Давай, сын, жми. Да. Так,
situation isn't pretty. Sector's completely overrun. Ложили. There's a pipeline that the swarm's using as a superhighway to spread through the colony. You go ahead and find that pipeline and I'll see if we can figure out a way to destroy it. We need to stop these bugs from getting out. Ты тут один только остался? Я вижу, что залез. Патроны, ой. Да, без хилки бы сейчас подохли все прям. Попуду заварим, заварим. Давай здесь проверим постоянно. Надо. Куда? Это патроны. Если перезаряжаться будет. Ну не жопа. О-о-о. Зачем я тут уроль ставил? Он тоже жопа. Быстро мы. Не, ну до этого дошли нормально. То есть там особо не надо тянуть вот в этих коридорах прям туда быстренько к двери. Чтобы время не тянуть и патроны не тратить, ничего там прям бодренько. Надо просто более компактно сейчас пойти. Только не отставал. Тащи. Там смотри за нами. Меня там отжали четверо этих ублюдков. Суки. Я через них перепрыгнул, к нам на таким вроде разложил. Сейчас, наверное, с осколочными возьму. Они вроде как вообще тащат нормально. Толпу, да там выкинет еще вонючий, блядь, сзади стреляли. Да. Готов. Жень, там есть что-то выходит, блядь. Situation isn't pretty. This next sector is completely overrun. There's a pipeline that the swarm's using as a superhighway to spread through the colony. You go ahead and find that pipeline and I'll see if we can figure out a way to destroy it. We need to stop these bugs from getting out. Сейчас бочку кинут, надо будет отойти взорвать. Вверх, пойдем, надо сюда, быстрее, бери. Не-не-не. Не, осколочный не вариант. Слушай, я вообще тебя взорвал. Сейчас, сейчас, не выключайте сразу меню, покажу. Нет, как нам лучше пройти в самом начале в этот момент. Нарисую на карте. У меня, кстати, адреналин следующий будет. Вот. Короче, видите, мы по-разному пошли. Вот здесь вот надо вот так вот идти, вот здесь вот. Чик, вот здесь вот проходим, вот здесь вот первый замес бьемся. Короче, чуть-чуть бьемся, как только они под это подсаживаются, вот сразу сюда, здесь вот эта заварка. Потом у нас получается вот здесь вот замес. Когда дверь завариваешь, короче, вот здесь замес. И потом мы резко так вот. Нет, хуй, да? И потом резко вот сюда, короче. И вот здесь вот уже завариваем. Здесь ставится турелька. Вот, и потом мы выходим через вот эту вот часть. Где он уже вот так. Ну все, поехали. Поехали. Потом раш, подождите меня. Потом раш по мосту, и вот здесь вот босс. Босс? Женя, да. Просто играл раньше мне, поэтому он у него такой левел. Да, у меня он был больше, чем потом. Ты обнуляешься, получаешь первый престиж и заново качай. Слушай, он престижный медик вообще. Вообще престижный. Прям. Чувствуется, тащит, да? Дайте мне не медика, я буду тащить. Спасает. Да я видел, как ты тащишься. На первой миссии убирал. Не спрашивайте, что это. А кто это? Я ждал за все это момент. Это сифон, просто он заканчивался. Закончился газ. Сифон. Дом? А. Ксифон. Ну ты в Советском Союзе.
не жилов, газировка такая. То есть газовый баллон вставляешь в этот, в стеклянный такой. Набери сифон в Яндексе. Советская газировочка. Реально, вот те, которые в газовые пистолеты, короче, вставлялись. Они прямо вставляют сюда. Вот, не-не-не, вот здесь. Там просто их много, и они начинают влазить. Идем. И вот первый замес здесь. Только не взрывай. Взрывай. Чё, да ладно? Да. Опытный. Все, погнали туда, тащит кого быстрее, бери. Я не вижу, что происходит. Да я отошел. Пойдем. Ой, нихуя у тебя какой-то, а? Не умирай! Бля, смотри, он с руки сломал, когда тебя убивали, просто разбил его пушкой, блядь. На, нахуй, с колена. Давайте. Кстати, рукопашка — это правая кнопка, да, мышки. Я уж пробу. Как ни странно, но долго стоит моя пушка. Что-то там Женю сломали, я не понял, смотрите. Дам пушку там набралась. Лаганула. Да. Третья миссия. Третья. Что дальше, блядь? Давайте меня зовите. Давай. Блин, у меня звоночек. Сейчас приду. Давай, добавь меня в друзья, Зарс. Давай, Ник. Пришла с точкой. Просто трэш. Trash.lab, да? Да. Блять, опять у меня что за стрим без этого, блядь? Да. Заглавные какие? С картинкой, блядь. Чего? Заглавные какие? Чё заглавные? Нет никаких заглавных. Ну не хочешь тебя искать? Ну не знаю, разбираюсь. В описании трэш, не просто без буквы H написал. Поехали. Да там Зарс хочет присоединиться. Просто трэш написал, тут куча всяких трэш кэд, блин. Ну бери трэш точку. Лап. А у тебя какой ник, Зарс? У меня Зарс. Поверишь. Скажи, Миша, Симе, что ты тебе добавил. Хочу посмотреть. Я говорю, ты не поверишь. Да я просто не нашел. Добавил. А на аватарке у тебя какая-то хрень зеленая, да? Ну, с глазами скелетик. Да? Так, что от меня требуется? Сейчас, я тебя приглашу. Эрик, от тебя требуется. Так, потом свернусь. Я тебе присоединился. Дружусь. Джирай, ты что ли? Да.